Добрый день, друзья. Сегодня у меня колясочка FS-123. Вот, приехал исправлять ошибки. Коляска была куплена на Авито без проверки за 32 тысячи рублей. К сожалению, не работает. Здесь вот сломанный переходничок. Ужасный колхоз, который я буду демонтировать. И вот эта система аккумуляторов, которая вышла из строя, да. К сожалению, наш клиент не проверил перед тем, как купить коляску. И, друзья, разобрал аккумуляторную батарею. Аккумуляторы, посмотрите, какие все сдутые. Уже кислота вся. Вышло все в кислоте. Сейчас будем менять. Вот, друзья. Колясочку я сделал. Здесь, конечно, все отвратительно. Человек, вот, который не разбирался, купил. Вот видите, здесь какая-то самодельная штука. Она сама не закрывается. Нужно вот так устанавливать. Джойстик, видите, как болтается на непонятном ходу. Аккумуляторы теперь новые стоят. Вот, горит зарядочка. Коляска работает. Слабая скорость. Ну вот. Мой клиент колясочку купил за 32 тысячи и 15 тысяч замена аккумуляторов. Ну, считайте. Достаточно дорогая коляска получилась. Спасибо за просмотр. Не делайте таких ошибок. Звоните мне. Я вам сделаю хороший выбор. Спасибо. Ставьте лайки.